Тепло и дождливо – девиз предстоящих выходных. В субботу синоптики окрасили в желтый. По стране ожидаются грозы. По словам экспертов, осадки улучшат урожай, поспособствуют росту клубней и картофеля. Запасы почвенной влаги увеличатся. В воскресенье дождей не обещают. Окно для отдыха на природе все же откроется. Тем не менее, стоит учесть, порывистый ветер сохранится до следующей недели. Рой саранчи заполонили Европу. Итальянский остров Сардиния борется с самым масштабным нашествием вредителей за последние 70 лет. Многие фермеры, спасая растения, собрали урожай заранее и пожертвовали его нуждающимся. Чиновники приняли меры, чтобы предотвратить повторение атаки в ближайшие несколько лет. Ущерб итальянским фермерам компенсируют. Эксперты напоминают, что необходимы совместные усилия стран, иначе нашествие насекомых вызовет нехватку продовольствия во всем мире. Мощный ливень затопил дороги в курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда. Проливной дождь вызвал наводнение глубиной 30-50 сантиметров на многих дорогах города. На одном из участков глубина воды достигла около метра. Один автомобиль практически ушел под воду. Завтра небо над Бобруйском затянут облака, возможен дождь. Ожидается гроза. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбик термометра покажет 13 выше 0. В воскресенье осадков не предвидится. Будет жарко, до плюс 27 градусов. Ночью воздух остынет до 17 выше 0. Мария Бушкевич, Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск 360.